Привет, друзья! Сегодня мы с вами испечем шоколадное печенье. Оно получается очень нежное, рассыпчатое и с выраженным шоколадным вкусом. Это печенье очень понравится вашим детям. Нам понадобится 100 грамм шоколада, 70 грамм сливочного масла, 70 грамм муки, 5 грамм разрыхлителя, 1 яйцо, 30 грамм какао, щепотка соли и 100 грамм сахарного песка. Шоколад надо поломать на маленькие кусочки. К шоколаду добавим сливочное масло и будем топить в микроволновой печи импульсами, все периодически перемешивая, пока все у нас не растопится. После того, как все растопилось, нам необходимо, чтобы смесь наша немножко остыла. Разбиваем одно яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем все миксером до белой пены. Далее добавляем нашу остывшую шоколадно-масляную смесь и еще раз все перемешиваем. Подготовим с вами сухие ингредиенты. Для этого нужно просеять муку, какао, добавим 5 грамм разрыхлителя и все перемешаем. Добавим эту сухую смесь к нашему тесту и еще раз все взобьем. У нас с вами получится не очень густое тесто, даже немножко жидкое, поэтому мы его отправим в холодильник на 15-20 минут. По истечении 15 минут у нас тесто с вами стало более плотное. Будем с вами формировать небольшие шарики. Руки можно подпылить мукой. И будем складывать все это на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекать печенье мы будем при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз минут 15. Вот такие они получаются. Во-первых, они получаются очень красивые. А во-вторых, у них присутствует ярко выраженный шоколадный вкус. Так как в печенье добавлено мало муки, они получаются очень нежные и рассыпчатые. Я думаю, детям очень понравятся такие печенья. Всем спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем до скорых встреч!